Всем, ребята, привет! Хочу сделать небольшое объявление. По вынужденным обстоятельствам один из каналов на Яндекс.Дзен мне придется закрыть. Так что смотрите, у меня их два. Сейчас будет один именно с нашим логотипом нашего сообщества. Один из каналов придется удалить. Так что подписываемся на него, если не подписаны, и рекомендуйте друзьями. А мы отправляемся на наш интересный коп. Так что приятного вам просмотра. Весел. Весел. Но это для хороших друзей. Для хороших. 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 Ой, нельзя. Мясо. Вот. И, в общем, Макс Веселов, веселый, да? Мы его как бы среди нас веселый прозвали. Потому что он реально веселый пацан. Макс Веселый копает с ведром. Находки копает ведром. Ребят, вкусняха. Всякую жбонь я вам как бы не стараюсь снимать. Но вот смотрите, здесь у нас появляется вот такой замечательный гурт. Гурт медный, советский. Как вы знаете, такие монеты 24-го года. Но когда я его переворачиваю, бабах, копеечка. И теперь, внимание, смотрим вниз. Под надпись «Копейка». Протираю. И внимательно смотрим. 1924. Серьезно, что ли? Ух ты, смотрите, какую фигню. Донор. Причем с закруткой. Так что разобрались. Наш знак послевоенный. И носил его мальчуган или девчонка, сдавшего все нормы по санитарной обороне. Доставать? Не знаю, блять, хорошо. Эх, хорошо. Смотрите, как машина сейчас осядет, ребята. Смотрите, как машина сейчас осядет. Давай. О, ни хрена себе, она села, блядь. Села. Вот смотрите, как села машина. Вот она, шайба. Королёсик хорош. Слушай, а чего интересно такая штука? Михалыч бензин сегодня купил. Смотри, видишь, два этих было штыря и крутил что-то она. Ну и вот еще вот фаски. Вот фаска и вот фаска. Да это жернова! Да нет, жернова нет. И вы знаете, они решили мне сделать подарок. Грубо говоря, они мои зрители, грубо говоря, подписчики. Ты наш учитель, я тебе скажу так проще. Слышите, да, ребята? На шурфак. Я, уже вот смотрите, в краску меня вогнали. И что-то они меня там, ребята, приготовили. И в прямом эфире, ребята, давайте посмотрим, что они... Да ладно, серый, это граха, Это нашего района. Сань, это нашего района. Минеральные воды. Черновоз. Сань, вот как нашли, что то есть внутри, то и есть. Да, а что там? А, слушай, как пробка. Как будто еще. Ребята, смотрите. Все как есть. Это первое, ребята, заведение минеральных вод. А это не граха. Не грах. Нет. Альбертень. Арпельтень. Самара. Может, какой-то главный. Это наш курорт минеральные воды. Ребята, пацаны. Вот это подгон. Это одна из первых, ребята, которые бутылочки пошли, да? С минеральными водами. Искусственных минеральных вод. Да, ну у нас граха серый был. Р. Альпертень. О, пацаны, вот это подгон. Мы бутылками не вот занимаемся. Это подгон. Ну, а для тебя, Саня, это будет очень Зарпентель. Хороший подгон. Зарпентель! Зарпентель! Давай наливай, Сергей! Доброе утро, ребят. Часть номер два. Только проснулись, готовим себе завтрак. Вон, пацаны дров нафигарили. Сейчас пойдем, я думаю, для начала по полям снова походим, как вчера. И потом, может быть, зашурфимся. Может, шурфы что-нибудь дадут. Вот, так что смотрим, будет интересно. Ребят, сегодня первая находка, Сережина. Каблучок вот такой вот. Гвоздями, смотри. Да. Ищу, может, еще там есть монета. Первая монета царская, николаевская. Ну, это нормально. То, что сегодня первый царь. Смотрите, видите? На ней загрязнение
домовые отложения. Ну, такая первая. Это хорошо, первый признак, то, что находки будут сегодня. С уверенностью такое. Если совет, то будут советы. Если царь, то цари. Ну что, ребят, еще одна находка, снова монета. Мы предполагаем, что монета. Вот Ваниш выдавал по 38, да? Да, 37. А, вот она. Крупненькая монетка. А что за монетка? Судя тому, что она зелененькая. Это, наверное, медяха. Не надо только меня пачкать. Девушка Александровская. Окей. Это трешка 24, похоже. Так, да, трешка. Не царский проект. Нет, трешка, 24-й год. Ну ладно, пойдет. Крупная медь пошла. Пошла. Герб хороший. Она это, дефектованная, видишь? Дефектованная, да, она гнутая. Пойдет. Будем покупать на нее. Пойдет, да. Итак, ребята, у меня монет до сих пор нету. Серега говорит, ну, значит, земляной дед чего-то тебе приготовил. И да, ребята, смотрите. Бутылка, ребята. Первые. О! Вы прикиньте, как я только и по ней это не разбил ее. Что-то странная бутылка какая-то. Дна нету. Круглая. И надписи нету. Чего это? От чего это такая была? Офигенная вещь. Ну я сигнал цветной копал. Вот это да. Любопытно. Бутылка без донышка. Пишем, что такое. Очень интересно. Но старинная. Ну что, очередная загадка. И мы с вами отправляемся в нашу рубрику «Находка с историей». А наша бутылочка не простая, но и не золотая. Необычный сосуд без дна. Это емкость под минеральные воды. А почему она такой формы? Об этом чуть позже. А начнем, пожалуй, с истории того места, откуда эта сама бутылочка. Сергиевские минеральные воды. История курорта начинается задолго до его открытия. Первое упоминание об уникальном сергиевском источниках появилось в 1626 году. В 1717 году по указу Петра I началось первое исследование серных вод. Санаторий «Сергиевские минеральные воды» официально был открыт в 1833 году по указу Николая I. Уже в 1848 году он стал максимально популярен среди дворянства. И уже тогда местные жители широко пользовались источниками для лечения ряда заболеваний, принимая вовнутрь воду, богатую серой, и купаясь в холодных ручьях-источниках. А вот упоминание о предприимчивом бизнесмене, который разливал эту воду по бутылкам и продавал, к сожалению, я в архивах не нашел. Но факт остается фактом. В бутылке была минеральная вода 19 века. Я отвечаю на главный вопрос. Почему такая причудная форма? Почему у бутылки нет дна? Зачем их отливали такой формы? Вы догадались? Емкость бутылки всего 300 мл. Минеральная вода считалась мощным целебным средством. Перевозили бутылки исключительно в горизонтальном положении. Да, и хранили тоже лежа, по аналогии с вином. Зачем, спросите вы? Первое. Считалось, что бутылка в форме капли больше всего подходит для хранения минеральной воды, потому что там не образуется осадок. Второе. Считалось, что только в горизонтальном положении можно сохранить целебные свойства воды. Бутылки овальной формы закрывались корковыми пробками. В лежачем положении вода смачивала пробку, не давая ей рассохнуться и потерять герметичность. Важно было не допустить попадания вовнутрь кислорода и улетучивания полезных веществ. В наши дни тоже рекомендуют хранить минералку в горизонтальном положении и покупать ее в стеклянных бутылках темно-зеленого цвета. Да, кстати, про наше время. Санаторий и поныне существует, так что добро пожаловать. А мы возвращаемся на КОП. Приятного вам просмотра.
Ребят, залез я вот в эту ямку заснять монетку, которую Макс поднял. Веселый, рукожопый, оказывается. Смотрите, как он засадил по трешечке. 1910 год. Прям хорошо срезал. Но монета трешка. Шурф. Нет-нет, но в час по чайной ложке дает. Нормально, пойдет. Находок, ребят, вообще не густо. Вот пацаны хоть это зовут меня, я прихожу, снимаю их не находки. Вот, орляночка зачетная выпала у Макса. Причем неплохого такого сохрана. И сзади имеется ухо. Кое-как держится. Ветер сильный, ребят. Так что всегда буду камеру прятать за собой. Пойдет. Ну и у Сереги, ребята, тоже хорошее, приятное сегодня. Это серебро первое сегодня. Вчера было серебрушки. Это первое сегодня 30-го года. Сохран домовой. Чистка покажет. Нормально. Пойдет. Ребят, вышли на поле. Поле огромное, фундаменты распаханы, представляете, даже их шурфили. Ветер сильный. Верховая, ребята, верховая двушечка. 26-й год, жалко, не 27-й. Вот, по верхам все ходят, дабы погода позволяет ходить по распашечке. Ничего к ногам не липнет. Вот, так что нормальное поле уже стало до вас. Ветер жуткий, пытаюсь как-то спрятаться. Кто-то сказал только что, по полям верховые не найдешь с маленькими катушками. Ну вот, Николай, царь, зачетно пойдет. Блять, меня аж сносит, еб на ремне, ребята, нож, а он от ветра вон колышется. Ветер сильный, так что не обессудьте, год прочитать не могу. Итак, ребят, уже темнеет, и я, походу, на ночь останусь здесь. Зацепился за этот вот фундамент, эта часть, оказывается, сарайная, дом, возможно, был там, вот, или же там, но... Все-таки, наверное, здесь. Зацепился из-за железа. Железа полно. Одно бедро уже отнес. И вот уже столько вот еще наковырял. Думаю, да, я железо хоть покопаю, а вось что-нибудь выскочит. Да, ребят, выскакивает большое количество стекла. Большое количество керамики. Стекло, ребят, смотрите. Царское. С надписями. Какие-то даже хрустальные. Такая вот была большая аптека. Вот горшочки
всякие. О, железочку пропустил. В общем, к чему я завел эту вот тему? Зацепился я за него, еще раз вам скажу. Железо трасс, а вон там присыпана вот она ямочка. Там была трешка 29-го года. И вот сейчас вот выпала, ребята, орлянка. Ну, наконец-то хоть что-то цветное просигналило в этой яме. Пойдет, пойдет. Кенгух у меня, он спит уже. Второй день уже со мной. А пацаны вон там, вон, ковыряются. Пацаны, есть что? Нет. Ничего нету, но ковыряются. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, пришло. Пора ночного копа. Сегодня полнолуние. Я хожу по верхам пока. Пацаны разрабатывают. Кинг, он там жует топор. И знаете, вместе с топором выпал вот такой вот крест. Здоровый. Окисливший. Вот такой вот крестик. Фу, блядь, хват грызть. Ребят, хочу вам показать вот такую вот находку, которую у нас Макс сделал. Вот здесь имеется надпись. Надпись. Где? А во. Надпись Сиргер. Сиргер. Мангов. Короче, непонятная хреновина. Я постараюсь найти о ней хоть что-то. Предполагаем, что это машинка Зингер. Накладочка. Вот, а так в целом, хрен ее знает, что это. Если знаете, пишите комментарии. Зингер, по-моему, запишет. Не, Сай, по-моему. Синкер. Да, Синкер. Ребят, практически верховая. Год. Не знаю, пятачок. Сейчас посмотрим. 39-й год, пятачок. Не знаю, дорогой нет, но, по-моему, все пятачки как бы дорогие. 39-й год. Новый герб. Пойдет, наверное, пасашок, ребята. Наверное, пасашок. Пойдем в лагерь. Заготовка дров, либо... Итак, ребята, на это сегодняшний день заканчивается. Завтра будет подведение итогов. Покажу интересные только находки. Конечно же, не так густо, как обычно получается. Но находки все-таки были. Нас порадовали. Копеечка 25-го. Бутылочки тоже интересные. Вот, так что мы остались с Серегой вдвоем. Вон Серега там тоже укладывается. Вот, парни разъехались по домам. Вот, мы завтра тоже проснемся и тоже поедем домой. Заканчивается очередной выход. Экспедиция состоялась 2 ночи, 3 дня. Вот, и будем закругляться, наверное. Так что с вами не прощаюсь. Я ложусь спать, но включусь завтра. Покажу при свете, какие бутылочки мне достались. Так что все, всем пока, до новых встреч. Итак, ребята, доброе утро. Утро начинается, как бы, знаете, с горячего кофе, с завтрака. Мы сейчас с Серегой быстренько это все дело сделаем и помчимся домой, дабы вон там идет очередная гроза, может, не знаю, там такое что-то непонятное вообще. Ночью был дождик, под дождем, надеюсь, сейчас до трассы доедем без каких-либо проблем. Как-никак, два джипа, ребята. Пузатерка у нас сегодня нет. В общем, остались до конца вдвоем.
Хочу поблагодарить комрадов, которые нас сегодня, вчера, позавчера приютили, накормили. Прям вообще здорово, ребят, вообще классно было. Мясо увезли они с собой очень много. Там прям целый таз здоровый. Сало, вообще объедение. В общем, классно отдохнули. Огромное спасибо сергиевским пацанам. Вот, так что сейчас мы приводим здесь в порядок за собой, что здесь натворили ночью, вот, и в путь дорогу поедем. Вот. По находкам получилось неплохо. В первый день выпала у нас копейка 25-го. Во второй день пацаны приехали, подарили мне бутылочку шикарную. В общем, монетки есть, но деревню, я бы хочу сказать, что в эту деревню я в следующий раз вряд ли приеду, потому что фундаменты здесь так таковых вкусных нет. Хотя говорили, что несколько фундиков здесь выстрелило, но... Ребят, ждать, когда это выстрелит, когда есть деревни, где нормально дают. Вот, так что погнали. Теперь обзор находок. Ну, а по находкам получилось у нас сегодня не густо, но и не пусто. Уезжаем довольны от отдыха. По монетам получилось как-то так. Основная масса — это Серегина монетки. Пятнашка 30-го года. Потом, что здесь, где-то еще... Сер, у тебя же должно быть две серебрухи. Две, там рядышком они лежат. А, это такая кислая вершина? Желтоватая что-то. Зеленоватая, желтоватая. Желтоватая, зеленоватая. Вот, еще одна 10 копеек. Это в первый день, это во второй. Самая вкусная, конечно же, ребята, это копейка 25-го года. Мы вот с Сером подумали, и он, возможно, ее выставить в кот-мешке. Дальше, что у нас по стеклу? Вообще получилось классно, ребята. Увожу домой вот такую вот бутылочку. Вообще зачетная. Впервые такую вижу. Надеюсь, я информацию по ней найду. И вот такая, ребята, бутылка. Альпертен. Завод искусственных минеральных вод. Самара. Причем одна из самых первых бутылочек. Вот. Ну и такие вот тоже две стекляшечки. Тоже пойдет. Ну, как-то вот так вот, ребята, погода не шепчет. Вон там он что-то на нас грядет. Снова, наверное, будет дождь. Ну и все, ребята, всем пока, до новых встреч.